интуитивная, чувствительная, творческая личность, искатель правды, не всегда соразмеряющий желания и возможности. Иногда у этих людей не может быть своих идеалов, и они могут быть слишком мелочны. Привыкли добиваться своего, поэтому обладают исключительным терпением и способны надолго затаиться перед решающим рывком. Склонность к ранней амурной жизни, которая не кончается никогда, но при этом наделяет постоянством и душевным романтизмом носителя имени. Ре – резкий звук в этом имени. Для чувствительных людей может показаться неприятным, особенно если он произносится твердо. Этих личностей сложно обмануть, видимостью для них всегда важна реальность. Коммуникабельность и дружелюбие этих людей сочетается с импульсивностью и энергичностью. Буква Е в этом имени символизирует потребность в самовыражении, в обмене идеями, а также дипломатические способности, проницательности и некоторой болтливости. Эти люди имеют способность видеть людей насквозь. Буква Э в имени делает людей темпераментными, энергичными, сексуальными. В отношениях владельца имени проявляет инициативу и очень часто собственнически относится к партнеру, считая себя единственным спасителем. Показателем деловой активности, силы характера и требовательности для обладателей этого имени является число 8. Люди с таким именем обладают высокой стрессоустойчивостью, постоянно стремятся к роскошной жизни и умеют зарабатывать много денег. Люди с буквой Т в имени отличаются страстью и пламенной натурой. Умение доводить дело до нужного завершения – первый принцип этого человека. Чаще всего владельцы этого имени достигают своей цели путем приобретения значительного материального и общественного положения, что им удается благодаря личным достоинствам и заслугам. Чрезмерные гордыни носители имени с буквой К мешает им осуществлять намеченные планы. Буква Е считается символом естественности и гибкости. Цели этих людей очень амбициозны. Они стремятся иногда неосознанно самоутвердиться в глазах окружающих. Обладатели имени с буквой Э отличаются умением находить самый быстрый и легкий путь к поставленной цели. Они готовы пойти на самопожертвование, даже если это не является необходимостью. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.